Твери продолжается благоустройство и озеленение зон отдыха. В то же время сотрудникам городских служб приходится еще и устранять последствия действий вандалов. В ночь на 6 июля кто-то решил показать свою силу и порушил вазоны с цветами возле смоленского захоронения. Подробности далее. Более 60 вертикальных конструкций с цветами установили в этом году в Твери сотрудники МБУ «Зеленстрой». Вот так они должны выглядеть, с пышными цветниками в вазонах. А вот так выглядит конструкция после того, как ее разрушили вандалы. Теперь придется эти растения пересаживать, и они будут довольно долго приживаться заново и болеть. Будет неопрятный вид. Вазон закреплен у нас клинкерными шурупами, прям вкручены в плитку, то бишь он стоит надежно. Вот, как вы видите, то, что его не просто так, что он сам от ветра не может ковырнуться, надо было приложить силу. Вандалы уже не первый раз разрушают клумбы. В этом году цветы уже выдернули из конструкции на набережной реки Лазури, а в прошлом сотрудникам «Зеленстроя» пришлось даже плыть за вазоном, который выкинули прямо в реку. Тверичан просят бережнее относиться к цветникам, чтобы они дольше радовали всех жителей и гостей города. В то же время продолжается работа и по уходу за зелеными зонами. У нас в этом году посажено более 3000 квадратных метров цветников. У нас в городе высажены разные сорта бегоний, петуний, бархатца. Высадили относительно подзабытую культуру, это гацания, которая цветет только в солнечную погоду, раскрывает свои цветы. Из-за того, что погода в этом году солнечная и влажная, трава растет быстро. И особенно интенсивно ведутся работы по ее покосу. Только за прошлую неделю сотрудники городских служб скосили траву на площади в более чем 200 тысяч квадратных метров.